Завтра небо над страной накроет легкий слой облаков. Осадков не ожидается. Подует слабый ветер северо-востока. Воздух раскалится до 30 выше нуля. Ночью остынет до плюс 15. Посещать леса запретили в 45 районах республики. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности. Чтобы не перегреться и не получить солнечный удар, врачи не рекомендуют выходить на улицу с 11 до 3 часов. Именно в это время солнце самое жаркое. На Лазурном берегу Франции разразился крупный пожар. Огонь вспыхнул в лесном массиве курортной зоны. Пламя приблизилось к населенным пунктам и уничтожило два кемпинга. В экстренном порядке из этого района эвакуировали без малого 3000 человек. Быстрому шествию пламени помог сильный ветер. Всего за два часа пожар распространился в радиусе 8 километров. Сильный дождь обрушился на индийский мегаполис Мумбаи. Он привел к наводнениям и хаосу. Сообщается, что это самый сильный дождь в финансовой столице Индии за последние 15 лет. На город всего за 4 часа обрушилось 20 сантиметров осадков. Движение пригородных поездов было приостановлено. Все офисы, кроме служб экстренной помощи, закрыты. Завтра в Бобруйске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3-5 метров в секунду. Днем 27 тепла. Ночью столбик термометра покажет 18 выше 0. Анастасия Похлестова, Максим Галионко, Бобруйск, 360.